Медитация камень. Сейчас вам будет нужно занять такое положение, которое не совсем свойственно ежедневным медитациям. Что вам нужно сделать? Сядьте на пол и обнимите руками колени. Да, давайте прямо сейчас вы сделаете это действие. А я подожду. А теперь закройте в этом положении глаза. Давайте вы расслабитесь сейчас не совсем любым способом, а тем способом, который предпочитаю все-таки я. А значит, обратным счетом. Сделайте несколько глубоких, ровных вдохов и выдохов. Внутренними глазами при этом наблюдайте за движением вашего живота, пока дышите. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Расслабьте свои веки. Сконцентрируйтесь на этом ощущении расслабления. Пусть расслабление пройдет по всему телу, от головы до пальцев ног. И пусть это расслабление будет проходить под обратный счет. 25. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Представьте и почувствуйте, что вы камень. Да, вы и есть камень. Улыбнитесь прямо сейчас себе и своему образу камня. Какой это камень, я не знаю. Какой вы, я тоже не знаю. Но это может быть как обычный камень, так и драгоценный. Сейчас просто позвольте образу прийти к вам. Правильно так, как у вас.
образ пришел. И вы понимаете, что камень лежит на дороге. Сейчас обратите внимание, какая это дорога. Где она проходит? Что находится по обочинам дороги? Какое небо над вами? Какое время года? Какое время дня? Вы просто камень на дороге. Побудьте в этом состоянии. Насладитесь этим состоянием. Думает ли камень? А есть ли у него желание? Есть ли у него чувства? И какие они? Как в нем течет энергия? Какие внутренние узоры находятся в этом камне? А как камень воспринимает внешний мир? Сделайте глубокий вдох, выдох и позвольте прямо сейчас на дороге появиться людям, но людям, с которыми вы хотите расстаться. Позвольте себе просто понаблюдать за ними. Как они идут по дороге? Что они делают при этом? Как себя ведут? А может быть, они увидят вас и захотят с вами поговорить? Но помните, что вы камень на дороге. И как камень вы просто наблюдаете, как они приходят, что-то делают и уходят.
Побудьте просто наблюдателем за происходящим. Что бы вам ни говорили, и что бы люди ни делали, все те, кто появляется на дороге, неважно, что они делают. Просто будьте наблюдателем, молчаливым созидателем. Запомните это состояние, и когда вам будет необходимо, вы всегда сможете вернуться к нему, к этому состоянию молчаливого созерцателя на дороге своей жизни. Пусть события сегодня и всегда приносят вам только теплые и приятные моменты. Через мгновение я сосчитаю от 1 до 5. На счет 5 вы откроете глаза и будете чувствовать себя бодро и хорошо. А самочувствие будет лучше, чем прежде. 1 2 3. Когда вы откроете глаза на счет 5, вы будете совершенно бодры и будете чувствовать себя прекрасно. 4 5. Вы открыли глаза и чувствуете себя бодро, хорошо, а самочувствие просто великолепное. С вами была Юлия Жукова.